Штурмовик сил специальных операций, позывной «Ворон». Эффективен на коротких и средних дистанциях. Основное оружие – автомат Калашникова АК-105 «Булпап». Стреляет на ходу с повышенной точностью. Это позволяет быстро сближаться с противником. Идеально подходит для динамичных городских боев. На автомате установлен прицел с двукратным увеличением. С ним оперативник стреляет еще точнее. Дополнительное оружие – пистолет Ярыгина. Спецсредство – противопехотная осколочная мина «МОН-50». Невосприимчив к отравляющим газам. Обладает спецспособностью «Превентивная мера». Во время ее действия не только наносит урон, но и отнимает выносливость. Штурмовик сил специальных операций. Решающий вклад в победу.